ты бросаешь или создаешь опасные ситуации, как сейчас это делает Салават Юлаев. Николай Кулемин, 3-0. Это все? Очень похоже. Очень похоже на то, что эта шайба может так прибить Сибирь, потому что получать гол из раздевалки, это всегда может так достаточно серьезно ударить. Пашкин включает ноги, пока остановился. На синюю пас набрашивается, но там никого не было. Вот помогает, например, здесь. Виктор Антипин покатил вперед с неудобной. Антипин, передача и шайба в воротах. Сергей Швелев, 2-0, Салават Юлаев. Да, классный гол. Ну и, конечно же, Виктор Антипин очень здорово сыграл в этой ситуации. Пошел вперед, вытянул из себя всех игроков Сибири, ну и дальше доставил шайбу на пятак, где находился один и открытый Сергей Шмелев, который свой момент реализовал.